Привет, я Богдана, и вы на канале Фотобум, где мы рассказываем вам о товарах для фотографов и видеооператоров. Если вы в поиске осветителя, который хотите применять при съемках портретов, интервью, видеообзоров, рекламных роликов, неподвижных объектов или подсветки определенных объектов для яркого выражения в кадре, тогда внимательно смотрите, потому что сейчас мы будем говорить именно о таком источнике света. Компания Godox анонсировала выпуск на украинский рынок источник постоянного диодного света Godox S30 с достаточно широкими характеристиками, которые позволят при наличии нескольких источников света строить целые схемы освещения и получать эффектные кадры. Постоянный свет Godox S30 имеет возможность питаться от сети от аккумулятора или же от пауэрбанка. Соответственно, производитель заложил следующие возможности мощности данной модели. Итак, если осветитель питается от сети, его мощность составляет 30 Вт, эквивалентно лампе накаливания равно 300 Вт. Если же питание будет поступать от аккумулятора или от пауэрбанка, в этом случае мощность света составит 10 Вт, эквивалентно лампе накаливания 100 Вт. Мощность света регулируется от 0 до 100% при помощи диммера, расположенного на боковой части моноблока возле цифрового дисплея, где вы сможете увидеть внесенные вами изменения. Неизменной останется температура света, равная 5600 плюс-минус 150 кельвинов, которая позволяет получать дневное освещение вне зависимости, в какое время проходит ваша съемка. А также индекс светопередачи и индекс TLCI, специально разработанный для оценки способности светопередачи сенсора камеры, равные 95, обеспечивают сохранение оригинального цвета освещения объекта. Светодиодный свет также предрасположен изменять угол луча от 6 градусов до 55, а именно фокусировать его. Таким лучом вы можете четко выделить объект съемки или его участок, что очень востребовано в работе. За эту регулировку отвечает диммер, расположенный на задней части корпуса. Стоит отметить, что для многофункциональности разработчики продумали следующие насадки по контролю света, которые устанавливаются в специальные пазы, расположенные на моноблоке. Итак, шторки Godox SA08, они позволят направлять и не переотражать свет от траектории съемочной локации. Софтбокс с сотой Godox SA30, его применение самое популярное, позволяет получить мягкий и рассеянный свет, а в дополнение с сотой максимально направленный на объект съемки. Godox SAP – это проекционная насадка с линзой SA01 85 мм, которая придает максимально точечный свет с четкими гранями круга, а также служит фиксатором для установки фильтров и масок Gobo, о которых будем говорить с вами дальше. Набор цветных фильтров SA11T предназначены для изменения цветовой температуры и содержит в себе 32 фильтра. Их необходимо применять по мере поставленной задачи, так как не под каждую съемку они будут вам востребованы. Но если не боитесь экспериментировать, тогда они для вас будут незаменимыми в работе. Что же касается масок Gobo, то они позволят получить интересный световой рисунок на фоне или на объекте съемки. Godox SA09 – это набор из 6 масок, которые необходимо устанавливать в держатель Godox SA10, после чего фиксируется в держатель оптической насадки, установленной ранее на осветитель. А проекционная насадка позволит менять фокусное расстояние от маски Gobo, и таким образом мы получаем изменения в размерах проекционного изображения. Отметим, что осветитель выполнен в пластиковом корпусе и в малых размерах, а это говорит о его легкости и компактности. Наличие L-образного кронштейна позволяет устанавливать на студийную стойку или подвесную систему.
плюс управлять углом наклона без лишних действий, а именно вам не приходится лишний раз поджимать зажим для выбранного угла наклона. Достаточно выбрать тот угол, который вам нужен для освещения объекта съемки. Также на боковой части лиры расположена плоская платформа, на которой устанавливается площадка под аккумулятор. На тот случай, если питание на осветитель необходимо подавать от батареи, что обеспечивает максимально комфортную установку в этом случае. И вам не придется думать, как его зафиксировать, чтобы не болтался. В комплекте поставки постоянного света Godox S30 включено следующее. Сам осветитель со встроенным диодом и управление по мощности света и его луча. Площадка для установки аккумулятора и к ней соединительный кабель. Сетевой блок питания и кабель к нему. Кабель для соединения с пауэрбанком и его же используем для соединения с компьютером. Монтажный ключ и мягкий чехол. Такие аксессуары, как софтбокс сотой Godox SA30, проекционная насадка Godox SAP с линзой Godox SA01 85 мм, набор цветных фильтров Godox SA11T, набор масок Gabo Godox SA09, держатель Godox SA10 для маски Gabo покупаются дополнительно по мере необходимости. Godox S30 – это мобильный источник света, удобный в работе как в малых локациях, так и на выездных. При наличии нескольких осветителей позволит вам правильно выстроить схему света, а применение с ним насадок по контролю света позволят получать его мягкость и его направленность. Или же точечное освещение с четкими гранями или интересный световой рисунок. Грамотный подход к подбору оборудования для реализации ваших идей – это залог успешной работы в конечном результате. Помните об этом. И мы желаем вам неповторимых снимков и видеороликов. На сегодня это все. Ссылки на товар под видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем пока!